Каскада и его ведущие Алиса и Ульяна. Сегодня в выпуске день рождения почтовой открытки. В мире существует много видов открыток. Самые красивые сделаны своими руками. Ребята нашего детского сада постоянно дарят свои открытки своим друзьям. В библиотеку. В соседний детский сад. В дом детского творчества. И школы нашего района. А еще нашим друзьям другие города. Волгоград. Севастополь. Петрозаводск. И от них мы получаем открытки. Это пришла открытка из Волгограда. Это из Севастополя. Целую неделю ребята нашего детского сада рисовали и отправляли открытки. Почтальоны все открытки вынули. Ты идешь в 9-ю группу, в 11-ю. И разнесли по адресатам. Ребятам очень понравилась эта акция. Все получили много радости и положительных эмоций. Смотрите наш канал и не переключайтесь.